Много снега, много хлеба. В этом году народная примета сработала на все 100%. Снежная зима 2016-2017 годов привела к хорошему весеннему увлажнению почвы, потому условия для посевной кампании были фактически идеальными. Дожди первого летнего месяца тоже способствовали росту зерновых культур, как яровых, так и озимых. В итоге урожай которого в Оренбурге не видели уже два десятка лет. В эфире «Акценты дня», в студии Виталий Зерябин. Здравствуйте. 4 с лишним миллиона тонн. Еще 2-3 года назад о таком валовом сборе приходилось разве мечтать? Хроника урожаев, точнее не урожаев последних нескольких лет. Год 2010. Полное отсутствие дождей в конце весны и летом. И как итог, сильнейшая засуха и списание сотен тысяч гектаров посевов. На следующий год засуха повторилась, правда, в меньших масштабах. Более-менее благоприятным можно считать год 2012, однако в 2013 фактическое повторение сценария трехлетней давности, с той лишь разницей, что в конце июля начались дожди, которые мешали уборке того, что все же выросло. В 2014 году вновь относительное благополучие, в 2015 третий за 6 лет засушливый сезон. И лишь в прошлом году общая воловка превысила 3 миллиона тонн. И вот теперь еще раз отметим, плюс миллион к прошлогоднему показателю. На 4 миллиона тонн валового сбора региональный Минсельхоз равнялся все эти годы, стремясь к средней урожайности зерновых в районе 15 центнеров с гектара. Однако на деле выходило раза в полтора меньше, потому профильный министр Михаил Маслов всегда очень осторожно прогнозировал будущий урожай. Даже при благоприятных условиях сева был велик риск очередной засухи, которая стала хоть и незваной, но привычной гостьей. Как на сегодняшний день погодные условия складываются, урожай где-то будет в пределах 17-20 центнеров по кругу. Получается где-то в пределах 4 миллиона плюс-минус. В результате два года тому назад под списание попало 600 тысяч гектаров посевов, полностью убитых солнцем. А валовый сбор составил порядка 2 миллионов тонн. Но в прошлом году удача все же улыбнулась нашим аграриям. И в итоге впервые за долгие годы был превышен 3-миллионный рубеж валового сбора. Но только лишь в благоприятной погоде причина нынешнего успеха в растениеводстве. В числе прочих причин эксперты называют рост общей культуры полеводства, простимулированный опять же засухой. Большинство руководителей хозяйств и фермеров поняли, что без соблюдения агротехнических приемов, севооборота и прочих прописных правил урожайность так и будет оставаться в районе 10 центнеров с гектара. Ведь ждать, что климат в Оренбурге резко улучшится, не приходится. Сейчас вот новая техника высокопроизводительная появляется на полях сельхозтоваропроизводителей. И семена дают более высокие и качественные урожаи в Оренбургской области. Впрочем, данные регионального Минсельхоза говорят о другом. До 30% ярового сева в этом году было проведено некондиционными семенами, проще говоря, обычным зерном. При благоприятной погоде, конечно, такие семена тоже взошли. Однако проводить сев тем, что должно идти на производство муки, это позавчерашний день. Тем более, что в Оренбурге достаточно семеноводческих хозяйств, который в состоянии обеспечить качественным семенным фондом всех аграриев. Областной НИИ сельского хозяйства разрабатывал и продолжает разрабатывать все новые сорта пшеницы и ячменя, наиболее приспособленные к нашим погодным условиям. Они все же намного отличаются в лучшую сторону от тех, что есть, например, в Иране, который, как выяснилось, тоже входит в число передовых аграрных держав и снимает с гектара своих далеко не самых плодородных земель по 70 центнеров зерновых. Секрет тамошних урожаев прост и не нов. Орошаемое земледелие вкупе с внесением в нужных количествах минеральных удобрений. Понятно, что удобрения нынче очень недешевы, но ведь и господдержку все аграрии исправно получают. Вот только обратных теплых чувств они зачастую не проявляют. Занижение реальных урожаев, к сожалению, вошло в привычку. Ну какой смысл вот вы занижаете свои урожаи? Ну какой? Государству надо знать о своей продовольственной безопасности. Ничего больше. Цыплят по осени считают. Точное количество собранного урожая тоже. После того, как с полей уйдут последние комбайны. И тогда наступит дни ожидания. Ожидание цены на хлеб, выращивание которого добилось успехов не только Оренбурге. По прогнозам, в России в этом году соберут 134 миллиона тонн зерна, что на 20 миллионов больше прошлогоднего результата. А цена, которая есть сегодня на рынке, пока никого из аграриев не устраивает. Это были «Акценты дня». Увидимся!